Всем привет! Я Саша Зверева, и моя любимая рубрика, ну и ваша тоже, SZ Reviews, то есть обзоры. Сегодня я решила сделать обзор аптечки. Думаю, что это может пригодиться очень многим. Как вы видите, у меня здесь два ящика. Здесь написано Adults, взрослые, мы разберем эту аптечку попозже, а здесь написано Kids. Посмотрим, что же находится в моей детской аптечке. Что это за непонятный пакет? Здесь находятся высушенные листья эвкалипта. Я сама собираю, высушиваю листья, и когда детки начинают кашлять, я просто рву эти листочки на мелкие частички, кидаю в кипящую воду, добавляю соды и, накрывая детей пледом, мы дышим над этим раствором. Очень хорошо, помогает снять спастический кашель. Ну, перекись водорода – это обязательный атрибут каждой детской аптечки, разбитые коленки, кровь из носа, обезвредить и обеззаразить любую ранку. Пластыри бактерицидные тоже, их много не бывает, можно покупать сразу большими коробками. Назальный спрей. Я никогда детям не капаю в нос ничего при насморке, кроме обычного солина. Солин или морская вода. Я предпочитаю спрей вот с такой насадочкой, которую распыляют даже вверх, потому что это проще. Они очень хорошо и широко распыляют жидкость, и это помогает быстро увлажнить носовую полость. Помните, что когда у ваших детишек насморк, первым делом мы убираем все молочные продукты, потому что они добавляют слизеобразование. Сдираем сахар и молоко и увлажняем слизистую носа. Тигриный бальзам. Я покупаю его в Таиланде. Им можно растирать грудку, пяточки, наносить на виски при головной боли, натирать спинку. Даже горло, когда болит, я тоже здесь натираю, и оно прогревает. Кстати, важный момент. У детишек такого возраста, как Василиса или Макар, ну, то есть подросткового, часто бывают grow pains, то есть так называемые возрастные боли, когда косточки растут стремительно и немножко побаливают. У меня тоже такое было в детстве. И вот от этого очень хорошо помогает хороший разогревающий массаж мамиными руками. И вы наносите тигриный бальзам. Хорошенечко его растираете, делаете долгий-долгий-долгий массажик, одеваете гетры, и боли как не бывало. Несмотря на то, что я давно живу в Америке, уже почти 4 года, преимущественно моя аптечка состоит из русских препаратов, потому что я с ними лучше знакома, ну и поэтому и вам будет проще их у себя найти в стране. Атипакс, капельки для ушей. Как только у Лёвушки начинаются ушные боли, первым делом я использую Атипакс. Если он не помогает, тогда уже нужно привлекать к более серьезным средствам. Также хорошо, если, например, детки купались в бассейне, и у них не вышла водичка, и может воспалиться немножко ушко. Атипакс очень хорошо помогает. Ромашка. Обычная ромашка при любых отравлениях, ротавирусах. Очень хорошее дезинфицирующее и противовоспалительное средство. Заваривайте ее с чаем. Кстати, недавно Лёвушка перенес ротавирус, и самым лучшим и быстродействующим средством оказалась заваренная ромашка с одной чайной ложкой куркумы. Даже на Лёвушкин возраст была половинка чайной ложки турмерика, то есть куркумы. Это прекрасный противовоспалительный природный антибиотик, он тут же начал свое исцеляющее действие. Я слежу строго за тем, чтобы все мои дети постоянно, без перерывов, принимали омега-3, то есть рыбий жир, кару. Я даю Green Pasture, бренд называется. Я ему беру такой с шоколадным вкусом, прям такой жир, прям в виде жира рыбьего, прям вот такой вот. Засыпаю туда немножко шоколадика и даю запить всегда апельсиновым соком, потому что любые омеги лучше усваиваются, когда вы запиваете чем-то кислым, помните это. Очень важно, почему для Макара я выбрала именно этот рыбий жир. К нему добавлено концентрированное сливочное масло коров весеннего выпаса. То есть коровки, которые щипали самую свежую, самую молодую травку, богатую максимальным количеством микроэлементов и полезных веществ. Этот рыбий жир, многочисленные исследования показали, и мое личное исследование тоже, что останавливает кариозные разрушения зубов. У Макара остановился кариес, и зубы стали намного крепче. Я тоже принимаю такой рыбий жир, но об этом позже во взрослой аптечке. Лев и Василиса менее сговорчивы, и они отказываются пить вот такой рыбий жир, поэтому я для них купила фирмы Nordic Naturals. Обычные рыбки с омега-3. Они вкусные такие, оранжевые, мандариновые. Как только к нам в семью приходит сезон любых вирусов, я даю вот такой тройной удар. Это все фирма Child Life. Здесь, в этой троице, у меня находится First Defense, первая помощь. Это такой эликсир, он сладенький, детки его с удовольствием пьют. Дозировки все написаны, он состоит абсолютно из натуральных ингредиентов. Это жидкий витамин С, это аскорбиновая кислота и аскорбат. Очень-очень хорошая сбалансированная дозировка, я даю обязательно Лёвушке, как только он заболевает. И эхинацея. Я знаю, что они очень хорошие отзывы, особенно у российских мам, которые дают своим деткам в период зимы, дети вообще практически на ней не болеют. Вот это моя любимая троица. Жидкое железо, очень важно. Особенно Василиса сейчас у меня растет, я обязательно даю ей вот этот вот раствор жидкого железа и пью его, если честно, сама, для профилактики или лечения анемии. Китайская зеленка. Она не такая щипучая и страшная, но по свойствам даже намного лучше, чем наша обычная российская зеленка. Она в виде такого геля, который вы можете наносить на тоже сбитые коленки, на любые ссадины, царапины и даже на герпес. Мультивитамины. Я беру проверенный бренд Garden of Life, беру такие мультивитаминовые мишки, дети их с удовольствием едят, там содержится большой комплекс витаминов, но что самое важное, это не синтетика. Это все вытяжки из органической гуавы, органического лимона. Я могу читать бесконечный список, огромный, ознакомьтесь, прочитайте, мне тоже кажется, это классное дополнение, особенно школьникам.
Ну, куда без детского нурофена? Конечно же, если у ребенка очень высокая температура, и он страдает, то я вставляю в попку жаропонижающий. Почему в попку? Потому что нет воздействия на слизистые желудка. Через кишечник все всасывается быстрее и менее травматично. Но высокие температуры я предпочитаю не сбивать. Я терплю где-то до 39,9, просто обтирая ребенка постоянно водичкой и соблюдая водяной баланс. Я всегда даю много пить воды, чтобы не произошло обезвоживание, потому что высокая температура борет вирус. Но опять же повторюсь, если ребенок плохо переносит температуру, кричит, ему прям явно дурно, то лучше, конечно же, ее сбить. Еще один продукт фирмы Child Life – витамин D3. Тоже мой ежедневный помощник во времена, когда зима. Благодаря витамину D3 детский иммунитет, да и взрослый тоже, всегда будет во всеоружии. Поэтому незаменимый помощник, особенно тех, кто живет в не очень солнечных природных условиях. Цитрасепт – вытяжка из косточек грейпфрута. В Америке такие концентраты тоже есть. Они называются Grapefruit Seed Liquid Concentrate. Он тоже рекомендован даже вплоть до онкологии. При любых вирусных, противовоспалительных заболеваниях вот эта вот вытяжка из грейпфрутовых косточек будет прекрасным дополнением и поддержкой иммунитету. Отлично держит. Как только у нас кто-нибудь заболевает в семье, все остальные сразу же начинают принимать цитрасепт. Вот это моя любимая штука, как бы не ругнуться, называется она шуанхуанлянь. Это китайское средство, является как бы таким природным антибиотиком, но не антибиотик в химическом понимании этого слова. Это детский вариант шуанхуанлянь, его просто протыкаете трубочкой вот такую бутылочку, и ребеночек выпивает ее. 3 раза в день я даю всем, кто у меня его готов пить. Вот Лев не готов, а Макарка прекрасно его пьет, отлично вылезает из любых заболеваний на нем. Мои любимые сосательные леденцы Tantum Verde при заболевании горла. Если горло очень сильно болит, то эти леденцы очень круто помогают, потому что в них содержится такой легкий анестетик, он снимает чувствительность горла. Вообще, в принципе, как только горло покраснело и начал ребенок жаловаться на то, что глотать больно, сразу можно рассосать Tantum Verde. Это его китайский аналог, называется Golden Throat, золотое горло. Я тоже даю его сосать всем деткам, если у них болит горло. В нашей аптечке почему-то лежит какое-то количество масок. Мы их, если честно, практически никогда не используем. Но если вдруг к нам придет кто-то, кто не хочет заразиться, то мы ему всегда предложим. Так, посмотрим, что у нас в этом пакетике. В этом пакетике у нас фильтрум, аналог активированного угля. Если ребенок отравился, если у него какое-то пищевое отравление, то можно принять фильтрум, он адсорбирует. Также здесь у меня обычные таблетки от кашля, все такие вот 3-копеечные. Также мне очень хорошо помогает от кашля мукалтин, я его просто обожаю. И у меня Макар тоже его очень любит. Тоже беру одну таблетку, расталкиваю ее между 2 чайными ложками, капаю немножко водички, начинается такая реакция, пенится пена, и ребенок проглатывает. Вот если начнете принимать при сухом кашле вот этот мукалтин, то он сразу станет мокрым. Это экстракт травы алтеи. Ну, это такой пластырь на лоб. Если у вашего ребенка температура, чтобы ему немножко облегчить симптомы, переносить температуру, просто такой пластырь наклеивается, он такой гелевый, и он соблюдает такую прохладу на лбу. Ну, вы можете это сделать при помощи влажной тряпочки. Это наклейки на нос при насморке, при заложенности. Если у вашего ребенка заложен нос, на ночь, например, вы можете наклеить ему такую штучку на носик, и она будет греть, пропитывает каким-то бальзамчиком таким, и он дает облегченное дыхание. Это бальзам с травой лемонграсс. Я привезла его из Таиланда. Очень хорошо помогает, если вы находитесь на даче и не хотите, чтобы вашего ребенка покусали комары. Его можно мазать, например, вот растирать между ручек и проводить по постельному белью в колясочке, где спит ребеночек. Либо намазать прямо так точечно на кожу ребенка, так слегка, совсем чуть-чуть. Любую область вокруг ребенка. В общем, он очень хорошо помогает именно от укусов. Укус, если ваш ребенка уже покусали, то можно нанести на укус, тоже он поможет снять зуд. В детской аптечке глицин. Удивляетесь? Глицин помогает усваиваться железу, поэтому те, кто у меня пьет жидкое железо, тот пьет глицин. Ну и в принципе, если даже вы не пьете, не принимаете препараты железа, глицин тоже не помешает, чтобы усваивать железо из продуктов, которые вы употребляете. Глицин абсолютно безвреден для детей с любого возраста. Просто даете им рассасывать по одной таблеточке 2-3 раза в день. Спасатель! Я привожу его из России, потому что лучшего средства при ожоге тут же нанести на ожог, например, либо на любую царапину, на любую ссадину. Вообще, короче, что бы ни случилось, мои дети сразу знают, надо бежать и мазать спасателем. Ртутный градусник. Ни один другой градусник не покажет температуру так точно, как ртутный. От крапивницы и любых легких аллергических реакций я использую фенистил. Энтеродес содержит повидон йод. Очень хорошо дезинфицирует при ротавирусе, при пищевых отравлениях. Я его очень-очень люблю. Гомеопатический препарат Remedy Rescue, так называемые капельки Баха. Отлично успокаивают и детей, и беременных, и взрослых. 4 капли под язык, и вы как удав. Перед полетом в самолет тоже очень хорошо. Это порошок от кашля. Тоже китайский. Мне он очень нравится. Он напоминает мне эффект жженого сахара, который снимает спазмы. Я обязательно даю его Левушке, например, который плохо относится к другим лекарствам. Он сладенький, просто разбавляете в теплой воде и даете пить как чай. Еще один спрей для носа, если очень сильная заложенность, вы убрали молочку и уже попромывали и поорошали солином носовую полость, и это не помогает, то я вам рекомендую вот такой спрей, китайский, называется Биган. Он содержит прополис, мгновенно прочищает носовой проход. Очень хорошее средство. Вот такая вот маленькая аптечка у меня здесь.